Кампания по вакцинации жителей ФРГ ускоряется. Теперь делать прививки от COVID-19 смогут не только стоматологи и фармацевты, но и ветеринары. Около 10 тысяч ветеринарных клиник в Германии могут легко предоставлять инъекции 2 миллионам человек в месяц. К другим новостям. Европейский центральный банк намерен изменить дизайн банкнот евро. Первые купюры с изображением лиц известных людей или памятников могут появиться в ближайшие годы. Дискуссия о дизайне дензнаков приурочена к юбилею создания европейской валюты. Она появилась 1 января 2002 года. В Гамбурге появится цифровой музей, и его строительство планируют завершить до 2026 года. Пространство станет домом для крупнейшей в Европе коллекции цифрового искусства. Создатели настолько уверены в успехе своего проекта, что билеты уже поступили в продажу. Берлинские техно-диджеи обратились в ООН с просьбой наделить их статусом всемирного наследия ЮНЕСКО. Если это случится, то власти Германии должны будут еще больше поддерживать музыкантов. Супружеская пара из Нижней Саксонии в четвертый раз побила собственный мировой рекорд. Сюзанна и Томас Жармин в этом году установили и украсили в своем доме 444 елки. Обычно в преддверии праздников в их доме толпятся посетители. Соседи и туристы приходят, чтобы сделать запоминающееся фото и насладиться праздничной атмосферой. Но в этом году посещение зимней сказки Жараминов запрещено. Из-за коронавирусных ограничений и плотности декораций в доме нельзя обеспечить безопасные условия для пребывания нескольких людей.